сегодня мы начинаем с вами в рамках нашей недели математики и естественно научного цикла игру Brain Ring. И я расскажу сейчас вам, по какой сетке и как мы с вами будем сегодня играть. Вначале мы разыграем приз нашей школы, ежегодный переходящий приз, который мы разыгрываем каждый год. Это приз победителю Brain Ring'а. Школы интеграция. Дважды этим призом владел, сейчас это 9 класс, они владели им в 6 классе и в 7 классе, они были победителями. Приз пока находится в их руках. Кто в этом году станет победителем, мы скоро узнаем. Затем, после того, как мы выявим победителя игры по брейн-рингу среди учащихся школы интеграции, у нас состоит товарищеский матч по брейн-рингу с учащимися школы Росинка. Давайте поприветствуем ребят школы Росинка. Итак, мы начинаем с вами первую игру. И в первой игре я попрошу сесть за красный игровой стол с красным флажком команду 7 класса. Итак, приглашаем команду 7 класса. Капитан команды. Потом Чубану, игроки Бушникова, Софья, Швенкова, Диана, Калинин, Василий, Артура, Данил, Горстан, Игорь. За зеленый игровой стол мы приглашаем команду 8 класса, капитан команды Яков Роман, Чудина Анастасия, Козлов Андрей, Чернова Олеся, Левшина и Елизавета. Итак, первый вопрос. Третий. Что такое жидкий кубический дециметр? Ответ зеленая команда отвечает. Литр. Ответ? Литр. Литр, абсолютно правильно. 1-0 в пользу зеленой команды. Слишком легко было. Пожалуйста, жюри, покажите, пожалуйста, 1-0. 1-0. Зеленая команда выигрывает 1-0. Следующий вопрос на 1 балл. Назовите имя первой женщины. Вопрос номер 15. Назовите имя первой женщины-химика, дважды награжденной Нобелевской премией. Время. Ответ зеленая команда отвечает, разыгрывается 1 балл. Отвечает Олеся. Мария Кюри. Мария Кюри. А ее девичье имя, если еще добавишь, как ее было девичье имя. Кюри, это она была по мужу. Ее родная фамилия, помнишь? Я помню. Мария Кюри. Мария Кюри. Складовская Кюри, но мы засчитаем 1 балл. Засчитываем. Складовская Кюри, конечно. Складовская Кюри. Следующий вопрос. Вопрос номер 24. Как можно пронести воду в решете? Время. Отвечает зеленая команда, была быстрей. Заморозить ее? Совершенно верно. Следующий вопрос у нас будет ребус. Приготовьтесь, ребус номер 32. Время. Ответ зеленой команды, ответ готов. Пожалуйста, отвечаем. Если они правильно ответят, просто отвечаем. Скорость. Совершенно верно, скорость. Итак, со счетом 4-0 выигрывает зеленая команда. Внимание. Внимание. Вопрос номер 51. Два близнеца мужчины вступили в брак с двумя близнецами женщинами. Будут ли дети от этих браков похожи между собой так же, как идентичные близнецы? Ответ точно расшифровать. Просто да, нет, меня не устраивает. Почему да, почему нет? Время. Зеленая команда готова отвечать. Отвечает кто? Снова отвечает Олеся. Олеся? В принципе, они будут похожи. Мои сердце синяки, я говорю, не могут проявлять и как-то менять. Тогда ответ или нет? Нет, скорее всего. Так, все-таки скорее да или нет, Олеся? Но они будут очень похожи, но все равно какие-то отличия. Вопрос был так. Будут ли близнецы похожи так же, как идентичные близнецы? Сейчас, нет. Совершенно верно, правильный ответ нет. Так как
победы в команде зеленого стола нужен один балл. Один балл. Следующее мы сделаем ребус. Еще один ребус. Это у нас ребус. Вернее, не ребус, извините. Вопрос номер 11. Как записать число 28 при помощи 5 двоек, пользуясь только сложением? Время. Показываем ответ. Кто отвечает? Совершенно верно. 22 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Один балл разыгран. Счет 5-1 в пользу зеленой команды. 5-1 в пользу зеленой команды. Следующий вопрос. Вопрос номер 35. Где пароход погружается глубже в воду? В реке или в море? И почему? Так, готова команда красного стола. Кто отвечает? Отвечает Горский Егор. Горский Егор, отвечает микрофон, пожалуйста. Микрофон. Платон, сядь его. Глубже в реке, потому что там плотность воды меньше. Плотность воды где меньше? В реке. В реке. Совершенно верно. Абсолютно правильный ответ. 5-1 балл разыгран со счетом 5-2. Идет по-прежнему зеленый стол. По-прежнему зеленый стол. Разыгрывается один балл. Разыгрывается один балл. На дне реки... Вопрос номер 38. На дне реки в прохладной тьме скрываюсь я века. Но вот ты N добавишь мне, и я уже река. Два слова могу сказать. Кто это? Что это? На дне реки в прохладной тьме скрываюсь я века, но вот ты N добавишь мне, и я уже река. Ответ красного стола, пожалуйста. Кто отвечает? Мужникова Соня, пожалуйста. Это ил, потому что если добавить N, будет нил. Совершенно верно, абсолютно правильно. Команда красного стола разыгралась и пытается дать свой команде зеленого стола. Счет 5-3 в пользу пока что зеленого стола. Пока что зеленого стола. Следующий вопрос. Вопрос номер 58. Название какого химического сосуда носит один из элементов глаза? Кто готов отвечать? Восьмой класс. Говорит Олеся. Хрусталик. Неправильно. Есть один минута у команды красного стола. Пожалуйста. Еще раз можете прочитать, там все написано. Время. Есть ответ? Ответа нет. Просто говори. Ответа. Есть ответ? Егорск, Платон. Отвечает Платон. Горский Егор. Горский Егор. Может око. Кто? Может око. Око? Нет, неправильно. Этот балл будет разыгран в следующей игре. Разыгрывается 2 балла. И команда красного стола может сейчас сравнять счет, потому что разыгрывается 2 балла. И вопрос номер 2. 3 в квадрате равно 9, 4 в квадрате равно 16. Чему равен угол в квадрате? Время. Зеленый стол готов отвечать. Пожалуйста, зеленый стол. Но угол в квадрате равен 90 градусов. Абсолютно верно, здесь был подвох. Молодцы, 2 балла разыгранулись. И мы выявили победителя первой игры. Со счетом 7-3 побеждает команда 8 класса. Выход!